Привет, друзья! Пришла еще одна посылочка из H&M, H&M Home. Я недавно сняла видео, когда мне пришла другая посылка. Сейчас я вам покажу, что пришло мне, что я заказала в этой посылочке. Итак, сейчас мы с вами будем смотреть, раскрывать коробочки. Как всегда, H&M присылает квитанцию. И, конечно же, присылает для отправления назад наклейку. Это очень хорошо. Отправка, возврат всегда у H&M бесплатная. Вот. И в течение 30 дней, вплоть до того, что даже если вам не понравилась покупка, если вы ожидали одно, а получили несколько другое, то это достаточно для того, чтобы вернуть. То есть с возвратом какого-то товара, какого-то продукта или одежды никаких проблем у H&M нет. Ну и так, начнем смотреть. Итак, первое, что мы видим, это вот такие две свечи в форме ананаса под золото. Вот если вы сейчас... Если мы откроем, то вы увидите, что здесь есть свечка. Я думаю, что когда ее я использую, то можно будет или обычную свечу сюда, таблетку ставить и зажигать, либо можно использовать просто как элемент декора в интерьере, либо можно там для каких-то, как маленькую шкатулочку такую использовать, там для колечек, каких-то сережек, вот для каких-то... Ну, может, для цепочек, для каких-то мелких элементов вполне может подойти. Хочу сказать, что вот эти два ананаса, ну, вот под золото, я знаю, что есть еще под серебро, и я знаю, что есть еще такие побольше размером, но я вот у нас в интернет-магазине я не нашла. Может, просто не нашла. Должны быть еще побольше размером. А, может быть, я потом еще куплю вот один такой ананас тоже, который... где-то 2-3 раза больше, чем вот эти маленькие. Но вот этими я очень довольна. Вот как выглядели они на сайте и как я сейчас их получила. Нигде ничего, никаких нет, никакого брака, никаких таких погрешностей. То есть я с удовольствием оставлю вот эти вот два экземплярчика у себя. И либо в декоре где-то в интерьере буду использовать как декор, либо поставлю у себя в ванной, либо на косметический столик. Ну, в общем, думаю, найду применение этим двум подружкам. Далее вот такая вот небольшая вазочка, или как это еще можно назвать, для хранения. Вот такая коробочка. Для чего угодно. Можно, конечно, и на кухне для каких-то мелких продуктов. Можно, опять же, для косметики, на косметическом столике, можно в ванной комнате, можно как элемент декора тоже где-то вот в доме, в какой-то комнате в гостиной. Тоже я брала так, чтобы сочеталось вот с этими двумя малышками. Брала под золото вот такой, или даже какой тут цвет. Вот, то есть для всего, я думаю, что мне очень даже подойдет. Мне нравится, я считаю, классно. И еще вот одна такая вазочка для хранения. Вот здесь можно также в ней хранить что-то небольшое, что-то мелкое. Можно для кистей, например, можно для каких-то кремов. Ну, то есть все, что сюда может поместиться, конечно, по размеру. Вот я брала вот именно вот эту вещь, я брала в ванную комнату. Посмотрю, либо для кистей, либо для расчесок каких-то. Ну вот тоже качество, хочу сказать, что вполне себе приличное, нормальное качество. Опять же, за ту сумму, которую предлагает нам H&M, такие товары. У них есть достаточно дорогие, конечно, товары для дома. Но вот эти я брала по таким достаточно приемлемым ценам. Ну вот на этом все. Это вот такая была небольшая посылочка у меня, всего 4 здесь предмета заказа, но я очень довольна, что я заказала именно эти вещи. И, как уже сказано,
я уже говорила раньше, что прежде всего, наверное, посмотрю, либо это для туалетного столика у меня будет, для косметического, либо где-то в ванной тоже. Вот. Возможно, вот эти вот две свечки я где-то поставлю в гостиной или на кухне, как просто как предмет декора. Вот. Надеюсь, что вам это видео было интересным. Такое небольшое о посылке из H&M Home. Вот. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео. Пока-пока!